когда мы прослушали ряд композиций, песен, мы поняли, что вот просто когда с первых нот мы включили, то есть мы подряд несколько треков слушали, да, и просто когда первые ноты только зазвучали, «Салям Туганьель» вот этой композиции, этой песни, да, мы просто однозначно хором, вот несколько человек сразу сказали, да-да-да-да, вот она, вот она. Мен туған жерде, Қызылорда өңірінде. Там, где я родился, в Кызыларде, есть такой музыкально-поэтический жанр под названием терме. Внутри него есть хвалебный жанр. Связав вместе богатство этих интонаций и соединив современные эстрады, так и была создана эта песня. Она была написана специально для Розы Рымбаевой. Когда она ездила за границу, она таким образом передавала привет из Казахстана и казахского народа. С этой песни начинались все ее концерты. Это не радио о звездах ни в коем случае. Мы в это вкладывали смысл о том, что это некая путеводная звезда, да, это некий такой ориентир для молодежи. Пока там только музыка, песни, развлекаловка, да, вот как мы говорим в просторечии. Но за всем этим, конечно, будет стоять идея о том, что у молодежи должны формироваться, ну, скажем так, правильные ценности. Правильные вкусовые какие-то пристрастия. Мы хотим, чтобы все, кто нуждается в какой-то хорошей полезной информации, в каких-то важных, интересных новостях, вот все, что интересует молодежь, все, что молодежи будет интересно, необходимо, мы, конечно же, постараемся все это влить, сформировать в нашем формате. Менімше, бұл радионың... Думаю, радио «Жұлдыз» хорошо послужит для будущего страны. Ведь будущее любого государства – это молодежь. Все делается для молодого поколения. Истинные казахи и творческие люди, кто хорошо понимает казахскую культуру, обязательно должны здесь работать. Желаю радио всего хорошего и доброго пути.